Привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Call of Cthulhu. Остановились мы на том, что упали в какой-то водоем, и нас выловили, как мы знаем, Джек Уолтерс не тонет. Нас выловили моряки, которые плывут на пик дьявола, или как он там называется, чтобы анально покарать всех тех сволочей, которые там устраивают свои дьявольские обряды. И вот мы сохранились. Сегодня у меня выдался часик свободный, так что давайте продолжим. Что от нас тут требуется? Пока что непонятно, может поговорить с капитаном, но это явно не капитан. Так, тут тебе делать нечего. Посмотри, может, на палубе охране поможешь. На палубе... Сейчас надо еще вспомнить, где у нас палуба. Ух ты! Но что-то Джек брать не хочет. Видимо, берет сколько нужно, а не сколько влезет. Такой вот у нас Джек Уолтерс. Так, нам нужно возвращаться, спускаться вниз. Тут у нас выход на палубу, по-моему. Надо идти сюда. Да-да-да, вот он, выход на палубу. Тут у нас идет дождь. Ух ты. И еще корабль. И тут еще один, целая флотилия. Так, ну что, с кем мне поговорить? Сигарет с тобой? Не найдется? Нет, не найдется, не курю. Они в воде намокли. А Джек Уолтерс не курит. С тобой? Как ты, Хэнсон? О, папа. И мы тут уже не одни, судя по всему. Слушай, Джек, я много где был и много всякого дерьма повидал. Но когда эта детка начинает плеваться свинцом, то тут... Что это за чертовщина? Так, понеслось. Подходи, ни хрена. Опа, сейчас я чувствую. Берем винтовку. Давай, давай, бери винтовку. Давай, 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 братюнь. Но, кстати говоря, экипаж довольно неплохо справляется со своей задачей. Так, давайте-ка мы... Я этим занимаюсь, собственно. Вроде затишье. А нет, еще. Да, парни очень хорошо стреляют, сразу видно военные. Давай ключи. На нас напали! Хорошо. Так, мы пошли за патронами. Где у нас хранилище? Может здесь? А нет, оно, по-моему... Так, давайте-ка посмотрим. Открыто. А, ну да-да-да. Так, возьмем патроны. Пистолет. Еще патроны. Дробовик. Так, почему же ты не берешь-то все это? Так, надо помогать нашим парням, а то их сейчас там захарчат, по-моему, эти рыболюди. Блин, я что, не взял, что ли? Я же брал. Что-то меня опять начинает перекашивать. Блин, я, похоже, не туда пошел. Да что ж такое? Блин, держитесь, ребята, сейчас все будет. Убейте их всех. Магазины для автомата Томпсона. Ага, все понятно. Быстрее, быстрее, давай. Там наши ребята погибают. Ох, что-то меня как... Может, у меня со здоровьем что? Да нет, вроде. Быстрее, Джек. Спасибо, Джек. Он тебе с ней заходил. Блин, я ни хрена не вижу. Мне нужна аптечка. Аптечка должна быть. Вай-вай-вай-вай, сколько вас тут? Да вы... Чё, попутали, что ли, ребят? Охренеть. Накинули с толпой просто. Ну ладно, я сохранился очень близко. Давай, бери. Магазины для автомата Томпсона. Нужно отнести их Хансону. Я думаю, с этим мне тут будет полегче. Почему ты не берешь патроны? Умейте! Спасибо, Джек.
Один из них зацепил меня. Кровь из ноги так и лечь. Убей ее! Мне нужна аптечка. Пожалеть должна быть. Отвинись! Но он замер. Времени, скорее! Да шо ж вы, блин? Охренеть, тут побоище. Так, лазарет у нас, по-моему, наверху. Опа-на. Это еще... А вот он выбежал, да? Ну тебя порвали. Какого хера? Блин. Блин. Блин, ну это просто какой-то Голливуд идет. Все вроде. Так, ищем аптечку. А, видимо, она вот тут и лежит. Так, соберем все, что можно. Еще бы, блин, зрение меня не подводило. Это же ужас какой-то. Ни хрена не видно. Давай быстрее, давай. Да, блин, все-таки коряво, конечно, коряво. Может, я коряво играю? Бери аптечку, дорогой. Говно вопрос. Блин, а чё все сюда сбежали? Один наш этот там. Блин, еще лес. Да сколько вас? Ух ты, блин. Хорошо. Хорошо. Блин, да что меня опять кошмарить начинает? Это вроде ни с того, ни с сего. Куда они делись? Вернитесь, рыбоморды и ублюдки! Так, давайте-ка мы сбегаем, сохранимся, пожалуйста. Отлично, Хэнсон. Нас почти всю команду перебили. Почему не отступили? Мне это тоже непонятно. Отлично. Так, возьмем еще патроны. Мы пережили их атаку. И это хорошо. Как бы коряво это все не получилось, но тем не менее. Ну чё? Это что такое? Всем в укрытие! Чё, где? Чё происходит? Твою мать! Девятый вал! Полундра! Таким хером. И почему я весь изранился? Это была непростая буря. Спасибо, Кэп. Похоже, на рифе проводятся какие-то обряды. Твой голос меня, конечно, убивает. Попробуй рассмотреть риф через прицел пушки. Ну давай. Так, вот у нас пушка, да? Там что, по-новому начинается? Так, мне, видимо, тут сидеть надо. А, вот, надо нажать использовать. Он зацепится рукой. Вот так вот. Охереть. Народ просто порвало. Сейчас для этого не время. Так, ну что там, где что рассмотреть? И как рассмотреть? Как увеличивать? Блин, там опять идет. Давай хватай, ёлки-палки. Как увеличивать у пушки кратность, интересно? Обалдеть просто. Просто обалдеть. Так, где там огоньки, вы говорите? Я, честно говоря, никаких огоньков не вижу.
блин, опять идет. Ага, как-то я странно руку вывернул. Братюнь, ты что не спрятался? О, он просто исчез. Видимо, я слишком рано слезаю, меня каждый раз ранит куда-то. Сейчас для этого не время. Ну давай лезь уже. Так, как увеличение? Блин, не написано ни одной кнопки. Блин, опять идет. Да что же делать-то, а? Вывернем себе руку под неестественным углом. Я думаю, долго мы это не выдержим, поэтому надо поспешить. Только я... Блин, ну как же увеличивать-то вас? Хрен поймешь. Парню уже совсем нехорошо. Давай хватайся. Обалдеть. Это была непростая. Да я понимаю, но что мне делать-то? Фу. Я, похоже, не успею даже выстрелить, что ли. Да я понял, мне пушка туда выстрелить надо, но как это сделать? Вот риф я вижу. Блин, давай. Видимо, я словил баг. Я что-то слышал про баг на корабле. Это, видимо, именно он и есть. Потому что я, честно говоря, совершенно не представляю, что делать. Итак, дорогие мои, мы словили критический баг. Там было непроходимое место ввиду определенных обстоятельств. Огоньки, которыми должны были подсвечиваться маги, которые проводят ритуал, тупо не отображались, поэтому то место было нереально пройти. Кроме того, пушка не опускалась на нужный уровень. Собственно, ну в этом весь Call of Cthulhu, кривой, но при этом очень интересный. Поэтому мне один товарищ знакомый предоставил свой старый сейф этой игры сразу после этого места. И что же сейчас будет, мы будем разбираться. Что же произошло? Я не совсем пойму, где я нахожусь, но я нахожусь на том же самом корабле. Видимо, сразу после этой атаки, после этих волн. Ну и давайте разбираться, что у нас есть из оружия. Ну, в принципе, полностью мой набор. Это хорошо. Так, мне случаем не нужно взять спасателя. В ледяной воде это не поможет. Хорошо. Ну, тебе же помогло, ты в ледяной воде не умер. Всплыл. Так, ребята, что произошло? Ни хрена себе тут замес.
Что я пропустил? У меня был провал в памяти, ребят. Объясните, он, пожалуйста. Он серьезно ранен. Все его силы уходят лишь на то, чтобы продолжать идти. Ладно. Так. Ну, кораблю, судя по всему, от всех этих волн настала жопа. Туда мы не сможем пройти. А если перекрыть? Тогда, конечно же, сможем. Что у нас здесь? Здесь у нас... Сюда! Движок. Куда сюда? Комната капитана тут! Я не вижу тут комнаты капитана, честно говоря, здесь машинное отделение. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам капитан. Тихим. Он подкрепляет душу мою. Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Так, вон он там сидит, что ли? Если я пойду и долину смертной тени, капитан Хирс, не убоюсь это офицер Уинтер. Зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они капитан, успокаивают все в меня. Все ты приготовил контролем. Предо мной мы трапезу на виду врагов корабль. Моих. Да, локализаторы ждут. Умастерилеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость капитан и милость Хирс, твоя да сопровождают откройте. Меня во все дни жизни моей. Видимо, мне что? Я пребуду в доме Господнем многие дни. Закрыто. Аминь. А ключ лежит в капитанской каюте. Охереть. Он застрелился. А, оглохли почему-то мы. Так, ну и естественно, мне дверь нужно заперта. Попасть в его каюту. Иди, я присмотрю за ним. Так, что закрыто. Мне делать? Закрыто. А ключ лежит в капитанской каюте. Понятно. Закрыто. И тут закрыто. Что же тут произошло? Блин, как неприятно перепрыгивать. Не люблю такие дела, но выбора у нас просто не оставалось, конечно. Слезай, дорогой, ну что ж ты мозги-то паришь? Так, здесь у нас машинное отделение. Тут у нас... Охренеть! Тут у нас еще один баг, я надеюсь, он не скажется на прохождении никаким образом. Я вижу сквозь стены. Это круто. Да, прям как в каком-нибудь Counter-Strike. С читами. Так, ну пойдемте сюда. Тихо. Тихо. Блин, надо поспешить. Нашим ребятам там херово приходится. Так, а, мы подтягиваемся. Так, вы там? Дверь заперта. Ну, судя по всему, там уже спасать некого, так что я пока не буду открывать эту дверь, смотрю здесь. Так, пистолет самоубийцы. Я его не буду брать. Хотя, в принципе, возьму, какая разница. В моем положении... Не поддается. Брезгливости места нет. Так, патроны. Это хорошо. Ну, наконец-то. Ключ от арсенала.